23 июля в районном дворце культуры прошла встреча населения с начальником ГИБДД по Сахалинской области Эдуардом Ри. На собрании обсуждали вопросы дорожной безопасности вблизи детских учебных учреждений города и района. Оснащение аварийных участков дорог приборами, фиксирующими нарушения правил дорожного движения. Проблема, которую принципиально мы пытаемся реализовать в течение уже 2 лет, это внедрение приборов фотофиксации, которые работают в автоматическом режиме. Вы, наверное, видите, да, что сотрудники ДПС у нас сократили, что их явно не хватает. Вследствие чего, значит, одна из эффективных мер – это внедрение данных приборов на наиболее опасных участках дорог и улиц. Решение всех вопросов, затронутых на совещании, начальник областного ГИБДД обещал проконтролировать лично.